паркетном зале Дворца культуры «Современник» царит атмосфера любви и гармонии. Народный праздник «Семейное счастье. Бесценный дар», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности, собрал под одной крышей пары, которые только собираются вступить в брак, и тех, кто уже больше полувека идут по жизни вместе. История вашей жизни, дорогие золотые юбиляры, жизни, в которой было и взаимопонимание, и взаимоуважение, и преданность, и самопожертвование, это образец для ваших детей и внуков, для друзей и знакомых, для всех нас. Поэтому спасибо вам, здоровья, благополучия, будьте счастливы. С праздником! В Заречном за первую половину 2016 года золотую свадьбу отметили 45 пар. На празднике во Дворце культуры «Современник» присутствовало 13 семейных юбиляров, которые с удовольствием рассказывали будущим молодоженам, как сделать брак счастливым и надежным. Любовь, еще раз любовь. И уважение, и... Ну и немного терпения. И работать вместе, в семье. Семья – это два вала, которые тянут этот повозку семейную. Наравне с проверенными временем парами на празднике присутствовали и те, кто только собирается вступить в брак. Дарья и Сергей готовились стать молодоженами на следующий день после праздника семьи, любви и верности. Ребята отмечают, что такое событие бывает раз в жизни, и перед ним невозможно не волноваться. У девушки моей, конечно же, волнительное состояние. Я тоже немножко волнуюсь, конечно, перед таким событием. Конечно же, это очень радостный день в нашей жизни. Мы к нему очень тщательно готовились, буквально, наверное, с февраля месяца. Очень долго все это планировали. Мы надеемся, что у нас завтра все получится и что будет все замечательно. Для Дарьи и Сергея предложение поучаствовать в празднике чествования уже состоявшихся и будущих семейных пар стало неожиданностью. Нам позвонили в один день и сказали, что взяли наш телефон в ЗАГСе, узнали, что у нас скоро свадьба, и позвали нас сюда. Мы согласились, чтобы поучаствовать в таком мероприятии. Конечно же, работникам культуры большое спасибо за это. Праздник получился, нам понравилось все. На праздник «Семейное счастье. Бесценный дар» было приглашено 6 пар, которые уже в ближайшее время станут молодоженами. Возможно, что через 50 лет эти пары снова встретятся в стенах Дворца культуры «Современник», где их будут поздравлять с золотой свадьбой. Александр Абаимов, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».